Серию выездных матчей в регулярном чемпионате Олимбет ВХЛ тюменский «Рубин» завершил победой в Тамбове. «Волки» бьются за место в плей-офф, а тюменцы за сохранение первого места в таблице. У гостей победу сделали лидеры. На 16-й минуте лучший бомбардир лиги Денис Горбунов открыл счет. Затем капитан «Рубина» Георгий Бусаров забросил 11-ю шайбу в сезоне. Во втором периоде при результате 1-2 лучший снайпер лиги Кирилл Кашурников отметился голом в третий раз за три матча. Теперь у него 23 шайбы. На 52-й минуте оборону Тамбова обнулил Денис Давыдов. Четвертая подряд победа тюменцев на выезде 4-2. Сейчас команда Дениса Ячменева возглавляет таблицу Всероссийской лиги. Но пермский молот отстает всего на один турнирный балл. 27 января «Рубин» принимает на своем льду «Красноярский Сокол».